Булочки с крахмалом всегда получаются очень мягкими, воздушными и вкусными. Приготовить их можно вместо хлеба, добавив в тесто меньшее количество сахара или же к чаю, добавив его больше. Тесто можно замешивать не только на молоке, но и на воде. Вместо сухих дрожжей подойдут и свежие. Мука обязательно должна быть наивысшего качества. Замешивать тесто можно руками или использовать для этого хлебопечку. Досмотришь инвидо, и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте ингредиенты. В миске соедините 1 яйцо, соль, сахар. Влейте теплое молоко с растопленным в нем сливочным маслом. Добавьте дрожжи. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Затем добавьте крахмал, перемешайте. Всыпьте частями муку. Замесите тесто. Оставьте его на час в теплом месте, накрыв миску полотенцем. Поднявшееся тесто обомните рукой, разделите его на кусочки, выложите их на противень, смажьте каждую полученную булочку яичным желтком. Отправьте булочки в разогретую до 190 градусов духовку на 25-30 минут. Готовые булочки с крахмалом выложите на блюдо. Подайте их к столу. Приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Теперь о составе нашего блюда. Яйцо куриное, 2 штуки, 1 штук, для приготовления теста, 1 штук, желток, для смазывания булочек, соль, 1 щепотка, сахар, 2 столовые ложки, молоко, 125 мл, масло сливочное, 30 грамм, дрожжи сухие, 0,5 чайных ложки, крахмал, 50 грамм, мука, 350-400 грамм, количество порций, 3. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Друзья, жду вас снова.